Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я буду готовить гороховый суп. Ну и как нам приготовить его быстро и вкусно? Значит, горох я на ночь не заливала водой, как многие советуют, на ночь залить, потом утром варить его долго. Значит, есть очень быстрый рецепт варки горохового супа. Значит, горох мы промыли несколько раз под проточной водой и заливаем горох на палец, чтобы вода покрывала горох. Ну вот, я немножечко залила буквально горох. Вот у меня дробленый такой горох. И мы будем его варить до тех пор, пока не выкипит вода. И потом я залью холодной водой стакан еще. И так три раза нужно проделать. Так, ну вот у меня вода выкипела. И на этом этапе еще добавляю стакан воды холодной. Сюда. И кусочек сливочного масла. Сюда же. Так, ну и опять пусть это все кипит. Так, ну вот, прошло 35 минут. Горох у меня имеет вот такой вид. Я его залила, получается, 3 раза водой. 3 стакана у меня вошло. Вот, ну и запотевает. И вот на этом этапе я его, смотрите, разминаю. Действительно, это все действует. Такой способ варки гороха действительно быстро. Так, ну вот, я горох потолкла. Вот, и сейчас я добавляю картофель сюда. И заливаю это все холодной водой и довожу до кипения. Солить я его не солю, солить я буду в конце. Ну, действительно, работает этот такой лайфхак, что если заливать холодной водой горох, он быстро варится. Я по этому способу, честно говоря, первый раз делаю. Ну все, сейчас я водичкой холодной залью и продолжим. Так, супик у меня закипает. Видите как? Здесь мы делаем зажарочку тем временем. На растительном масле лучок с морковочкой обжариваем. Все. И супик у меня вот закипит немножечко, прокипит, и я буду добавлять сюда вот такие вот копченые ребрышки. Все, у меня не бульон, у меня будет с копченными ребрышками свиными. Так, все, картошечка у меня уже сварилась. Добавляю теперь зажарочку. И еще один маленький лайфхак. Смотрите, какой у вас горох. Если горох у вас все равно как бы не очень разваривается, можно добавить, ну, там, пол чайной ложечки соды. Там, ну, или вот, и того чуть меньше. Ну, на, смотря какое количество вы готовите супа. Немножечко соды добавили. Сода тоже способствует быстрой варке гороха. Вот, добавляем зажарку. Так, супик мы варим на медленном огне все время. И вот теперь в конце варки только добавляю соль. Добавляю соль, перец, лавровый листик и зеленушку. Так. И все, наш супик практически готов.
Ну вот, мой супик гороховый готов. Вот такой вот он. Видите, как горох весь разварился. Все, даем ему теперь настояться. И все, подаем. Можно с сухариками. Вот, и наслаждаемся таким вкусным блюдом. И у меня ушло на приготовление 1 час и 15 минут. Ну, так вот. Готовьте, мои хорошие. Пользуйтесь таким методом. Действительно, можно без замачивания приготовить такой вот быстрый суп. У кого нет времени или кто забыл замочить горох. Ничем не хуже, очень быстро. Все. Всем удачного приготовления супа. Все. Пока-пока. До новых встреч.